Всем привет! Коротенькое видео сегодня про протечку с потолка. Люди сказали, что с потолка капает. Ну, я приехал, посмотрел и, зайдя наверх, ну да, унитаз имеет конденсат, но не настолько, чтобы он капал через пол. Поэтому я включил душ и направил на стену. То есть в моих планах было выяснить это через вот эту ручку, через вот этот хобот, которым наполняется ванна, либо через ту сливную боковую пробку. Через что-то это должно бежать. И спустившись вниз, я увидел на кухне с потолка на навесной шкаф льется вода. Вот так она прямо льется. И да, для меня это был сюрприз, конечно, что таким потоком оно туда шурует. И опять поднявшись наверх, я, ну, не могу сказать точно, вот откуда оно льется. Либо из ручки, либо из этого хобота. Ну, вот этот сливной сам хобот, которым наполняется ванна, видно там щель. И у меня больше всего, что вот через ту щель вода заходит. Сняв, ну да, там есть дырка. Потом, сняв вот эту вот ручку с лицевой панелью, там тоже есть дырка. Ну и заодно внизу тоже сливное. Потрогал, все шевелится, все ходуном ходит. Ну, ты его отсюда уже не закрепишь. Это когда строили дом, плохо закрепили кран. Естественно, он на вот тех ПЭКС трубках пластиковых. И если кран не закрепить, то трубки его не держат. Он, естественно, будет шататься. Ну, как бы шатается, это полбеды. Надо все силиконить, все, что только можно. Гайку вот эту промазал, вот этот хобот промазал. В панельке выпилил снизу дырку, чтобы вода стекала, ибо ее там не было. Заодно сфотографировал номер картриджа на будущее. Намазал все силиконом. Здесь, когда начал сливать воду, обнаружил, что вода не уходит. Пришлось чистить тут же. Приличная кучка такая оказалась там, засорение. Ну и потом еще поверху, когда все собрал, тоже прошел силиконом, чтобы уже 100% быть уверенным, что все, течь больше неоткуда. И ванна прочищена, вода уходит отлично, вот всем давлением она вся туда уходит. Вот здесь на потолке, кстати, похоже на плесень. Из-за чего, не знаю, это потом будут выяснять. Ну и посудомойка. Заказалась забитая трубка в посудомойке, пришлось чистить трубку в посудомойке. Вот такой вот вызов. Всем, кто смотрел, спасибо, пока.